Здравствуйте! Мы студенты Керченского политехнического колледжа. Участвуем во всероссийской акции «Стоп ВИЧ», посвященной Всероссийскому дню жертв СПИДа. И сейчас мы проведем небольшой социальный опрос. Здравствуйте, девушка. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лислава Владислава, я студентка первого курса. Владислава, у вас на груди изображена красная лента. Что она обозначает? Сейчас ни одно мероприятие, связанное с болезнью СПИД, не проходит без этой красной ленточки. Да, это обычный кусочек шелковой ленты, связанный особым образом. Красная ленточка значит международный символ борьбы со СПИДом. Спасибо вам большое. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я студент второго курса Керченского политехнического колледжа. Можно, пожалуйста, вам задать вопрос? Чем отличается ВИЧ от СПИДа? В принципе, ничем. Это одно и то же заболевание, просто ВИЧ называют его. Это начальная стадия СПИДа. А сам СПИД – это уже более запущенная стадия болезни. Спасибо большое. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я студент Керченского политехнического колледжа, второй курс. Мы проводим социальный опрос. Я хочу задать вам вопрос. Как можно обнаружить ВИЧ? ВИЧ можно обнаружить, если сдать кровь в поликлинике или в специальном учреждении. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Я студент Керченского политехнического колледжа, второй курс. Спасибо. Какой самый распространенный путь передачи ВИЧ через ВИЧ? Зачастую это половой путь и через кровь. Это среди наркоманов и донорской крови, если она не проверяется. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Константин. Константин, у меня к вам вопрос. Как обезопасить себя, чтобы не заболеть ВИЧ-инфекцией? Современными методами диагностики, то есть ВИЧ-тестированием, а также сформировать сознательное и ответственное поведение у молодежи, а в частности у студентов. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Виктория, что означает символ красной ленты? Красная ленточка – это просто петелька из полоски красной ткани. Это символ многозначный. Это не только знак поминовения умерших от СПИДа, это знак причастности к глобальной проблеме. Символ солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа коснулась лично. С ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом, с их родными и близкими. Это символ протеста против невежества, против дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я Владислав. Владислав, ответьте, пожалуйста, на вопрос, какое количество людей в Российской Федерации болеет СПИДом или ВИЧ? Хотя бы даже примерно. Я читал очень много статей, но общего мнения нет. Но я считаю, что это около 800 тысяч человек в Российской Федерации. Спасибо. На самом деле точная цифра – это 826. Человек. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я студент политехнического колледжа. Сергей, ответьте на вопрос, как передается ВИЧ? ВИЧ передается тремя путями. Первый из них – это от матери к ребенку. Второй – это из крови в кровь, например, в местах сбора крови. Также, если вы наркоман и в компании людей пользуетесь одной иголкой, распространенный путь, который существует, это при половом контакте. Ярослав, какая профилактика от этих заболеваний? Во-первых, это использовать контрацептивы при половом акте. А второе, это использовать стерильные иглы, допустим, в больницах при переливании крови. Вы должны запрашивать, чтобы каждый раз иглу меняли.